Великий шелковый путь. Караванная дорога, связывающая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в средние века. В первую очередь использовался для вывоза шелка из Китая, с чем, собственно, и связано его название. Путь был проложен во втором веке до нашей эры. Вел из Сиани через Ланчжоу в Дуньхуан, где раздваивался. Северная дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи. Южная дорога мимо озера Лобнор по южной окраине пустыни Такламакан через Яркент и Памир в южной его части и вела в Баркторию, а оттуда в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. Данный термин был введен немецким географом Рихтгофеном в 1877 году. И на этом сегодня все. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, оставьте свой комментарий, расскажите о нем друзьям. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. До скорых встреч на канале Ray History Channel.